Шеф-повар Максим Григорьев. Салат на зиму из вешенок. Мы все привыкли круглогодично видеть в супермаркетах грибы-шампиньоны. А вот вешенки появились на наших прилавках сравнительно недавно, хотя в европейских странах их продают в супермаркетах круглый год уже давно. Время приготовления – 1 час 30 минут. Ингредиенты. Вешенки 700 грамм. Лук репчатый 250 грамм рам. Масло подсолнечное рафинированное 150 мл. Морковь 1,50 грамм рам. Перец сладкий 500 грамм рам. Помидоры 500 грамм рам. Сахар 20 грамм. Соль 50 грамм. Уксус столовый 9% 50 мл. Шаг 1. Для работы нам понадобятся вешенки, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, морковь, подсолнечное масло, сахар, соль, уксус. Шаг 2. Вешенки, 700 грамм, очистить, отварить до готовности. Отвар слить. Шаг 3. Перец, 500 грамм, очистить от семян и нарезать тонкой соломкой. Лук, 250 грамм, очистить и нарезать тонкими полукольцами. Шаг 4. В толстостенной кастрюле соединить нарезанные дольками помидоры, 500 грамм, и подсолнечное масло, 150 мл. Тушить, помешивая 5-7 минут. Чтобы помидоры хорошо пустили сок. Шаг 5. Добавить в кастрюлю очищенную и натертую на крупной терке морковь, 150 грамм, подготовленный перец и лук. Перемешать. Готовить 10 минут. Шаг 6. Добавить подготовленные вешенки, соль 50 грамм, сахар 20 грамм. Перемешать. Шаг 7. Готовить под крышкой 40-45 минут. В конце добавить уксус 50 мл. Еще раз проверить на сахар и соль. Шаг 8. Разложить салат в стерилизованные банки. Стерилизовать в кипящей воде 25 минут. Закатать. Салат из вешенок на зиму готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.